Карелия и Татарстан займутся заморозкой спермы Оксфорд-даунов. Получение, накопление и сохранение семени баранов – перспективная отрасль сельского хозяйства. О планах двух республик рассказал глава карельского ведомства Владимир Лабинов в интервью по результатам Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень». Она прошла в 24-й раз в Московской области. Ежегодно на мероприятии представляют свою продукцию сотни производителей из разных регионов России. Проводятся презентации современной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере агропромышленного комплекса. Приняли участие и наши. Компания «Краноборг» из Лахденпохи как раз занимается разведением породы «Оксфорд-даун». Ее наградили золотой медалью выставки за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства. Такую же награду получила племпредприятие «Карельское».